К другим темам. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. История белорусской прокуратуры началась 26 июня 1922 года, когда было принято положение о прокурорском надзоре и учреждена Государственная прокуратура в составе Народного комиссариата юстиции. За 98 лет в ее развитии было несколько важных этапов. Сейчас прокуратура занимается надзором за расследованиями, санкционированием следственных действий и работой с гражданами. Прокуратура Лисского района была и остается одной из лучших в Гродненской области. В этом году прокурор Гродненской области Виктор Корзун лично поздравил ее коллектив с профессиональным праздником. Год был напряженный, серьезный, много было сделано в прокуратуре нашего Лисского района. Подобралась очень хорошая команда. Я сегодня приехал с целым рядом поощрений, в том числе серьезных поощрений, вплоть до наград. Кроме того, наша Лисская прокуратура стала победителем одного из республиканского конкурса по лучшему освещению расследования уголовных дел республиканского, для всех прокуратур районных. Представляете, насколько разумно. Наверное, благодаря и вам помогаете в этих вопросах. Поэтому я скажу так, что не принято, скажем, выпячивать что-то особенно, но скажу так, что прокуратура одна из лучших. Вы можете гордиться, что не только сам город один из лучших, не только район один из лучших, но и прокурор у вас тоже один из лучших. Я, конечно, еще раз всех поздравляю работников наших прокуратур. Я поздравляю сейчас лично. А вот ветеранов, которые у нас живут, наши прокуроры, я всегда говорю, не ветераны, а прокуроры, потому что бывших прокуроров не бывает. Это все-таки судьба, это уже образ жизни. Поэтому, дорогие наши ветераны, вот лицкие ветераны прокуратуры, работники, поздравляю вас от всего сердца с нашим праздником. Здоровья, оптимизма, еще много-много творческих успехов, потому что многие из вас еще занимаются и творчеством, и помогают нам, и кто-то пишет воспоминания об этой работе. Всех благ вам, вашим детям. Мы помним вас, мы гордимся вами. По случаю профессионального праздника высшей награды работников органов прокуратуры Гродненской области нагрудного знака «За отличие» удостоен старший помощник прокурора Лисского района Ян Микша. Его коллеге Ольге Кашко объявлена благодарность прокурора Гродненской области. Конечно, очень приятно в такой праздник, когда твои достижения рабочие высоко ценятся, очень почетно получать грамоту из рук прокурора области. И, безусловно, это становится поводом для новых карьерных профессиональных достижений. В прокуратуре Лисского района 12 оперативных работников. Они ведут работу по различным направлениям и следят за соблюдением законодательства и оперативно реагируют в случае его нарушения. Я не могу сказать о наших достижениях, еще только итоги в областной прокуратуре подводятся, но я думаю, что мы будем в любом случае в лидерах с лучшей стороны. И все это благодаря слаженной работе коллектива Лисской прокуратуры, как по общим направлениям, по общей надзорной деятельности, по поддержанию государственного обвинения в суде, по линии участия в гражданском процессе, по другим направлениям. Все работники сработали очень хорошо, и в этом отношении мне сегодня очень приятно об этом говорить, поскольку они действительно этого заслуживают.